Я думаю, мы достаточно неплохо играли по сравнению с прошлыми матчами. У нас, наверное, больше получалось в атаке, в контроле мяча. Ну, не знаю, нам надо поработать над стандартами в обороне, потому что каждый стандарт у наших ворот получается какой-то опасный. И вот сегодня также получилось. Я не знаю, с чем это связано. Но мы будем работать над этим. Вот Михаил Комков, только что мы с ним беседовали, уже говорил, что нужно побольше разыгрывать комбинации, отдавать мяч, когда уже есть вариант бить, или пробовать самим бить. Вот, как считаешь по этому поводу? Ну, наверное, в этом есть доля правды, но я думаю, не всегда нужно так делать. Когда-то нужно сыграть более спокойно, там, отдать назад свободному игроку, чем как мы сегодня делали там. Хотели обыгрывать двоих-троих игроков, теряли мяч, и приходилось там возвращаться назад или совершать фолы. Нужно играть более разумно, как-то более эффективно, надежнее. Но уже какие-то планы строятся на последующие игры, потому что виден действительно прогресс. Вот говорили, что команда начинает идти вперед. Это атаки. Естественно, потому что мы с каждой игрой набираем форму, улучшаем свои кондиции и физические, и игровые. Поэтому с каждой игрой есть какой-то прогресс. Насчет следующих игр, не знаю, мы только сыграли эту игру. Наверное, нужно разобрать ее и, естественно, готовиться уже к следующим играм. Пятый тур, 4 игры проиграны. Что можешь сказать болельщикам? Я могу сказать только то, что мы работаем, хотим исправить эту ситуацию, выиграть. Я хочу попросить их, чтобы они верили в нас, поддерживали так же, как поддерживали сегодня в каждой игре. Мы очень много работаем и стараемся исправить сложившуюся ситуацию.